качестве наблюдателя мы участвуем на уровне президента России, участвуют мои коллеги из аппарата президента. Я думаю, что в этом направлении у нас есть очень серьезный, хороший потенциал. Наверняка вы знаете, что в начале июня в Молдове произошли политические изменения, если говорить о парламентском участке, новое правительство, которое получило поддержку и сейчас поддерживается в 80% населения Республики Молдова. То есть такой внутренний консенсус впервые за 28 лет независимости, который подкреплен и внешнеполитический консенсус. Конечно, это нам дает хорошую возможность двигаться дальше по внешней контроле, по внешнеполитической связи. Но я очень надеюсь, что наши двухсторонние отношения и после этого визита, и после вашего официального выйдут на доверие. Спасибо. Фактически мы договорились по поводу официального визита, даже намекнули конкретные сроки, я думаю, сейчас